Итак, дорогие друзья, я вас приветствую на своем канале Александр Автоподбор 25, канал о японских автомобилях, автомобилях с правым рулем. Сегодняшнее видео будет посвящено авторынку «Зеленый угол». Походим, посмотрим, какие автомобили в каком состоянии продаются. Нахожусь сейчас не на авторынке. Перед авторынком есть стоянка с левой стороны, на самом верху. Посмотрите, какое большое количество автомобилей. Есть даже вот такие вот экземпляры. Я вам напоминаю, мы машины проверяем. Мы машины подбираем вместе с вами. Автомобили подбираем без вас. Также привозим автомобили с аукционов Японии. Ребят, кто еще не подписан на канал, вам не сложно, мне очень приятно. Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте колокольчик. Следующее видео выйдет очень интересно. Как вы можете остаться без денег и без автомобиля, купив автомобиль на авторынке «Зеленый угол». Да не только на авторынке, а вообще, в принципе, купив автомобиль, который пришел с Японии и, скажем так, растаможен по новым правилам. Поэтому обязательно подписка и обязательно не пропускаем следующее видео. Сейчас я здесь находился, проверял автомобиль. Спускаемся на авторынок «Зеленый угол», снимаем автомобили для вас. Мой телефон указан под каждым видео и в описании канала. Всем приятного просмотра, ребят! Итак, встречает нас сегодня Honda Freed 2011 года выпуска с пробегом 87 тысяч, стоимостью 1 миллион 70 тысяч рублей. Да, 1 миллион 70 тысяч рублей. 3,5 балла и есть крашеные элементы на автомобиле. Друзья мои, в следующем видео, как я уже говорил, в начале этого видео будет дана важная информация, как правильно купить автомобиль, как остаться с автомобилем и как остаться с деньгами. Не потерять автомобиль и не потерять деньги. Это очень-очень важно в той ситуации, которая сейчас происходит в данный момент. Задняя часть автомобиля. Есть у нас еще спайки. Спайк стоит рядом. Обязательно сейчас покажу вам спайка. Литье, обвес, спойлер, серый. Серый практичный цвет. Это уже спайк. 3,5 балла, пробег 65 тысяч. 2012 год и стоимость автомобиля 1 миллион 200 тысяч рублей. Не слабо. Найти спайки с минимальным пробегом, да, это тяжело. Но они есть, есть, без литья. Toyota Corolla 2020 год. Автомобиль набирает популярность. 1 миллион 950 тысяч рублей. 4,5 балла, черный цвет, такая хищная мордочка с красной окантовкой. По низу идет. Довольно неплохой такой внешний вид. 4,5 балла. Кузовщина вся идет целенькая. Хорошая такая модная комплектация на автомобиле. Напишите в комментариях, что вообще думаете по данному автомобилю. Кстати, ребят, что касается санкционных автомобилей, в ближайшее время выпущу видео, есть информация, есть чем поделиться. Ну и вот как раз перед нами стоит санкционный автомобиль, это Freed в гибридном исполнении, на литье. Напоминаю то, что Япония ввела санкции на запрет на вывоз этих автомобилей. Как только вот информация будет точная, обязательно, ребят, обязательно запишу видео. Посмотрите, такой вот красавчик, RAV 19 год, 2 литра, и стоимость автомобиля 3,5 миллиона рублей. На вот таком вот шикарном литье, на вот такой вот резине. Это не камера, это зеркало. 3 миллиона 495 тысяч, 2 литра. Равчики, они есть гибридные. Ну, гибрид, еще раз повторю, это санкционные автомобили. Гибриды и автомобили, объем двигателей которых превышает 1,9 литра. Такой вот красавчик. Немного задней части автомобиля. Японец постарался. Водовые автомобили обязательно проверяйте на наличие ржавчины. Обязательно. Ныряйте под низ и смотрите все внимательно. Если машину покупаете сами, без помощи подбора. Ну а следующий автомобиль, Suzuki Solio, синий цвет, простая комплектация, 18 год, 1 миллион 200 тысяч рублей. 4 балла, пробег на автомобиле 51 тысяча. Такой небольшой, простенький, назовем это микровенчик. Боковые двери идут сдвижные, что очень удобно. Симпатичный внешний вид, он на литье, они есть гибриды. Гибриды, опять же, санкционочка, которая под запретом.
такой вот синенький красавчик, продается на авторынке, зеленый угол. Это Toyota Vitz, объем двигателя 1 литр, они есть 1.3. Данная версия 1 литр, 4 балла, пробег 30 тысяч, стоимость автомобиля ну, практически миллион, 980 тысяч рублей. Я этот автомобиль рекомендую, знаете, ну вот, скажем так, начинающему водителю. Витцы, пасеки относительно недорогие, ломаться здесь нечему, двигателя, лейте масло, вовремя меняйте. Проблем никаких не будет у вас с этими моторами, с двигателями. Автомобили смотрим, друзья, на сайте drom.ru. Ну и, собственно, вот он стоит пасек, даже три штучки. Давайте посмотрим, значит, зелененький пробег 38 тысяч, 4 балла. Стоимость автомобиля 930 тысяч рублей. Пасеки, да, они вот по цветам играют, у них разнообразие цветов такое хорошее. Есть комплектация мода. Значит, следующий у нас 18 год, пробег 41 тысяча, стоимость 900 тысяч рублей. Они есть на климате, есть без климата. Но мода будет, мода на порядок будет дороже стоить. И беленький у нас стоит 890 тысяч, 4,5 балла, пробег 32 тысячи километров на автомобиле. Вот три красавца продаются. Toyota RS сейчас реально находится на пике популярности. Везем несколько таких автомобилей. Значит, данный вариант 1 миллион 800 тысяч рублей. 20-й год. Ну, просто, блин, 1 800 000. Такие цены на сегодняшний день предлагает авторынок «Зеленый угол». И это, я так понимаю, даже не максимальная комплектация. Задняя часть автомобиля. Симпатичный внешний вид. И хищный. Я назову это так. Позиционируют его, знаете, как кроссовер. Вот он стоит, красавчик, 18-й год, гибрид, санкционный, мощная такая решетка, мощная морда, 2,5 миллиона, просто вот 2,5 миллиона. Аукционник лежит, аукционники все, ребят, нужно проверять в обязательном порядке, нарисовать можно абсолютно любую бумажку, какую хотите, даже на настоящей японской бумаге. По низу не ржавый он. Захвачу пару таких европейских, скажем, автомобилей. Это Audi, да, Q2, 18 год, 4,5 балла, пробег 70 тысяч и стоимость автомобиля 2 миллиона 50 тысяч рублей. Красный такой яркий, насыщенный цвет. Как вам, оцените? Там еще черненькая стоит, сейчас пойду сниму ее. Тоже Q2. Пробег 41 тысяча. Стоит автомобиль также. Объем двигателей здесь 1 литр и идет турбо. Смотрите, еще один европеец, это уже BMW X2, 1,5 литра, турбо. Любителям BMW, Audi и Mercedes'ов. Mercedes'ы тоже есть. 2 миллиона 700 тысяч рублей. Я вот честно в этих автомобилях по цене не особо ориентируюсь. Японские.
Ну и давайте посмотрим на самый популярнейший автомобиль, который стал после введения санкций на степу. Honda Stepwagon. 2 миллиона 200 тысяч рублей за автомобиль 2012 года выпуска. На литье, на лете, в не самой такой модной комплектации, ну в неплохой комплектации, но не в самой-самой навороченной. 2 миллиона 200 тысяч рублей. Руль обычный идет, не кожаный. Кнопки управления круиз-контролем и музыка с левой и с правой стороны. Короче говоря, полный мультируль. Мазда. 19-й год, 2 литра на летней резине. На летней резине, на литье, санкционный автомобиль. 19-й год, 2 литра, стоимость автомобиля 2 миллиона 700 тысяч рублей. Друзья, вот такое вот сегодня небольшое видео получилось. Давайте в завершение покажу вам Рашика. 14-й год, стоимость автомобиля 1,5 миллиона рублей. К слову, из предыдущего видео, который я вам показывал, Рашик обошелся 1 миллион 250 тысяч рублей. Состояние близкое к идеальному. На сегодня все. Будем заканчивать. Всем хорошего настроения. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Кто еще не подписан, ребят, обязательно подписывайтесь. Ставьте палец вверх. Проверяйте Рашик обязательно снизу. Всем пока.